Доброго времени суток, кто зашел в гости. Готовлю себе гноши по нашему ньокки. Вторая часть, первую я делала с мясом копченым, а эту я хочу сделать в томатном соусе, сверху посыпать сыром, хотя внутри есть моцарелла и томат, ну там типа фарша такого чуть-чуть французского, итальянского. В общем-то можно свободно посыпать сыром, не ошибешься. В кипящую воду отправляю ньокки, гноши. Их надо проварить минуты 2-4. Ребят, написано проварить 2 минуты. Затем в маленькую сковороду я поджарю чеснок на оливковом масле. Добавлю немного воды пополам с томатным соусом. Прокипячу, добавлю лук-порей. Туда отправлю гношки, посыплю их зеленым луком и сыром. Блюдо без мяса за 5 минут на ужин. Гношки сварились, стоят, ждут, теплые. Немного чесночок поджарить, заливаем кипятком, доливаем томатный соус, можно томат-черри. Немного кипятка, добавляем томатный соус, у меня из пакетика. Где-то я половинку соуса возьму. Дальше добавляю лук-порей, жду, пока закипит томатный соус. Досаливаем и специи. Через минуту добавляю гношки отваренные, зелень, зеленый лук в тарелку. Ну и посыпаю все сыром. Чудо гношки в томатном соусе. Выставляем в тарелку, посыпаем сыром, зеленым луком, зеленью. Ну, конечно, результат выглядит так. Сыром посыпала, луком, зелень добавила и один я разрезала. Но я показывала, когда я варила, делала с копченым мясом. А на вечер я сделала просто в томатном соусе без мяса. Вот такой простой ужин субботы. Вкусно, просто, легко. И до новых встреч на моем канале.